Следующий стартовый номер 92. Константин Мануйлов. Город Барнаул. БМВ. БМВ. Да, БМВ запихали. Немножко АБХа пшикает. Джейзен. Это на кашле. Он испугался сам. Это тайм-атак. Парам-парам. Да, это ты, да. Зачем звонить, иди? Че, мне туда бежать, потом опять сюда, что ли? Ну, вот смотреть. А мы поехали. Кого смотреть? Масени, че, как проехал? Вы тут стоите, судите. Ну, говорят, как... Илюха хотел перед заездом написать тебе, эх, я тут. А, я в трансляции в перископе проехал вообще огонь. Хуя ты очнулся, блядь. Я зашел в бокс. Да? Ну, значит. Не, нормально. Вот ты как меня жены выбрать, короче. Я сюда пугался, грубо. Нет, без корректировок. Что такое, не понятно. Хорошо, красиво. Такое, да хорошо, хоть не помер. Зачем? Все нормально, нет, я переживаю. Иди, смотри, ты наказан сегодня, бегаешь. Что такое у тебя? Да пускай он переживает. Во, во. Это лампочка, что-то похоже на спорт. Есть. Бах. Вот нахуя? Что он задний не мог? Вот этот фонарь пятнашку стоит. Он не выйдет. Он сейчас не выйдет. Диодная оптика на джипу. Нахуй он диод-то объебал. Дурак. Вы не понимаете. Они с братом на зайцев охотятся по полям с диодом. А Люка нет. Значит, сбоку сидят. Смотри, сейчас бьет его в бочину. А оно так и есть. Он даже сугроба выдержать на раз не может. У него нету, блядь, дефлота. Курпа? Есть у него центральный. Да, где он? Диагональная, вы это. Сник поставит. А что в финале приехали тренироваться? Да нахуй нужно. Короче, ручника везде надо ебать. Да, а как гаситься ногами? Поступило предложение для технички, надо и в эту сторону выталкивать. Ну тут еще, блядь, играться позвал. Я вообще научился время работать. С этим плачеванием в неделю сцепил Дондоса. Да. Ну я ему скатал. Интересно, насколько бы ему керамик. Ну, прикинь, он научил. Я говорю, что если сейчас цепу нажимать. Это он постоянно стал делать. Мы как раз полностью прослушали всю информацию про наших партнеров. Ой, колесико заднее, что там? Нормально, нормально. Такое было. Честно? Вот это с самого утра, поверь. Короче, видео начинается, Шалагина стоит, какие-то пацаны барнаульские команды, правят кузов, заднюю часть так, бах, бах. Дим, что делать? Колесо так что, важно? Мне нравится, как проехал. А? Знаешь, вообще охуенно, лучше тебя. Ты вообще ни о чем просто. Парень на велосипеде. В социальных сетях. Ну он что-то боится газовать постоянно. Либо на официальном сайте. Мне кажется, он боится, что федерация автоспорта. Я в замерен. И можно приехать в любой день. Тихо, Волга, да, Волга? Ааа, Волга на Джизете. Попробовать себя либо в дрифте, либо... Вот тебе подвеска за... Вот что они... Нихера себе, брустер, смотри! У нее просто столько веса, что ее даже брустер не тормозит. Вот сейчас остановит, нахуй, смотри. Опа! Нет, сука. Ты видно, что она не корректировалась от брустера, а брустер сам такой. Самый фиш, что фетиш был, если почел, арбузами полный был, мороженными, они такие разлетались от арбузы. Что приятно! Для любителей автомобилей Toyota в этой Волге установлен GZ. Да, это Волга еще и на GZ. Мы тоже. Кто опаздываешь? Мы на тренировке. У нас что-нибудь на тренировке ломается обязательно. И там спилится она. На мазь. Это кто? Пашка. Следующий стартовый номер 89. Павел Захаров. И новый... Вот песня хорошо работает за ней. Ну я бы удивился, она у него хуёво работала, блядь. Всю тачку перебрал, блядь. Везущий двигатель, который... Но... Там двигатель восьмиклапанный, просаженный. На 272 валу. Но переборщил. С поршневой от BMW.
Павел Захаров. Ну, знаешь, что придумал? Постелил, короче, в Ниву трецовское колено в блок. Собрал на поршневой трецовской, короче. Объем 2,2. А почему блок не взять трецовский? Да я не знаю. Шатуны просто... Он поставил на Ниву. Я продал эту Ниву 2,2, короче, с трецовским коленом, с трецовскими поршнями. Просто Нива 2,2 подожди, объем. А степень сжатия 7,5? Я не знаю. 2,2 объем. Ну, и она прет, сесть... она прет, как сумасшедшая. 80-й можно лить с водой. Все. Я не знаю. У меня просто... степень жади интересная какая получилась. А еще в следующий раз он поставит. Но он сказал, что следующий шаг у него это 5С поставить. Жара, он сварил переходной колокол для коробки жиговской. Крепление к 5С. Я сейчас смотри, плавное везение. Если пойдем поговорим, он ему сейчас хотел. Блядь, не ломай мне кости, холодно же. О, да, вот так делай. Так классно. Вот так ему нравится. Че, ты сам доволен, нет? Довольно, охуенно, блядь. Ты че Спирину тачку такую продал, а? Какую я ему продал тачку нормально? Воронов, Владимир, город Том. Ты че, воды туда заливал? Вчера такой, завожу, говорит, давление пропало. Я говорю, как так? Не знаю. Я ему продал тачку, он сколько на ней ездит? Нисколько. Ага, блядь. Да я, кстати, этот, не всегда успеваю читать. Что-то по звуку не вообще прям приятный мотор. У него, да. Но он на четвертой лучше, чем мой везет, конечно. А так это он на четвертой ехал? Нет, на третьей. А, ни хера себе вы. Я же 17-й классник. И у него такой же. А что по передней подвеске у тебя? Не, ну... Верхний рычаг ставил? Ну, полный. Какой двиг? Да там дохуя делаю. Украниза надо. Прям унизу. Сейчас. Телетопов переберут. Топ-16 попал с таким этим. Нет, трессовское колено постелили в Нивовский блок. Собрали на трессовских поршнях. Дымов Николай, город Томск. Старта номер 120. Сейчас появится перед нами. На тренировках эти два москвича, ой, москвича, томича. Ну да. Не думай, это хорошее.